Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня хотим вам рассказать приятную новость. На телеканале ТВ-центр 7 мая состоится показ второй части сериала «Березовая роща». В новой части сериала мы увидим, как на дворе 85-й год. До распада Советского Союза остается еще несколько лет. Таня Китаева – молодая выпускница Института иностранных языков. Оказывается в непростой ситуации. Возлюбленный ушел от нее, отчислили из института. Да и с работой, на которую девушка так рассчитывала, не сложилось. Девушка оказывается совершенно одна в Москве, без гроша за душой. К тому же у нее нет московской прописки, что не упрощает ситуацию. Тогда подружка предлагает Тане устроиться на работу к Забелину, влиятельному чиновнику, который как раз ищет для своего внука репетитора по испанскому. Профессор предлагает не только достойную оплату труда, а и проживание у него на даче в Березовой роще. Казалось бы, о такой возможности можно только мечтать. И не имея другого выхода, девушка устраивается на работу к Забелину. Скромной девушке из провинции предстоит столкнуться с жизнью состоятельных людей, о которой она даже мечтать не могла. Всем в доме здесь занимается прислуга. Обитатели дома не ездят на автобусе, ведь у них имеется служебная машина с шофером. Да и вообще, Забелины живут как в сказке. Но в один таких спокойных вечеров Таня становится свидетельницей преступления. Напомним, премьера второго сезона сериала состоится 7 мая на ТВ-центр. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!